Всем здорово, ребят. Ну что, игра пройдена, ничего удивительного. Пару минут, точнее пару часов, говорю, пару минут, и я все квесты зафармил. То есть максимальный чаптер — это 7-й, New Dawn он называется. То есть я сделал все условия. Единственное, остались вот основные квесты. За постройки, за все основное, квесты по развитию, скажем так, мы уже выполнили. Силушка, как видите, но я сегодня не качался, уже 185к. То есть по чуть-чуть она растет. Кстати, давайте апнем. Что-то апнем. Посмотрим, что там у нас по героям есть. Некоторых вот Тор. Посмотрите на Тора, сколько он дает силы. 82 тысячи. У него прокачанный скилл. Здесь всего лишь 34, если сравнивать, то есть с пятерки на шестерку идем, шестой скилл, а Тора, я вам уже показывал его прокачку, он сейчас вот такой вот, то есть можно еще дальше, надо проходить подземки. Что могу сказать, игра заточена чисто под донат, потому что много осколков вы не получите, да, можно их собирать. Отсюда она смотрится хреново. Я играю сейчас с Нокса, не очень с планшета. Мне игра намного больше зашла. Кто не в курсе, можете делать настроечки. По графике тогда все будет немножко лучше. То есть улучшенную графику ставьте. Ну что, поехали, попробуем зафармить дальше волну. Мне интересно, на что способны мои герои сейчас. Я уже поменял полностью расту. На 15-й волне, не знаю, там кто-то приблизился, ко мне нет. Сейчас надо будет посмотреть топ по волнах. Ну такое, пока она, конечно, сыровата. О, ничего себе, Минотавра, конечно, жестко задамажили. Хоть у него и топовый даф. Тора, сейчас увидите скилл Тора, реально обалденный. Вот смотрите, как фигачит критом. Но уже посерьезнее противники. Ай-яй-яй-яй-яй. Рановато я кинул скилл. Сейчас сольемся. Паладин не успел. Я не знаю, как его называть. Паладин, не паладин. Четвертая. Блин, тут, конечно, опасно сейчас. Можем не успеть и слить. Не знаю, очень много вопросов по поводу последней волны. Если мы сейчас успеем бафнуться. Неплохой отхил. Смотрите, что Тор творит. Мне он даже больше нравится, чем этот Минотавр. Отлично. Ебой, следующая волна пройдена. Сейчас посмотрим, что там у нас по топу. Яхьялвит пытается дотянуть. Что тут у него? 15-й, 2. Надо тогда расстановку делать. Поехали дальше. Поехали попробуем 16-ю волну зафармить. В общем, что могу сказать по игре. Надо фармить очень много, надо фармить всегда. Это не битва замков, что оставил на потом. Тут чем больше ты фармишь, тем больше ты получаешь. То есть по гильдии надо будет еще разобраться. Тоже очень много всего. Так.
Вроде нормально. Сейчас затащим эту волну так. Как-то послабее волна, или это мне так кажется? Так, отлично. Вообще, смотрите, без четвертой она изи идет. Что-то паладина вообще сливает жестко. Так, ну чё, ждем босса. Как-то быстро мы его ушатали. Так, ну что там, 17-е. Давайте попробуем. Пушки заберем. Но друида, конечно, улучшать можно хорошенько. Видите, можно пропускать. Вот такие будут награды. В принципе, довольно-таки неплохие награды дают. Но попробуем подальше забежать. 17-я волна. Фарм волн, ребятушки. Но пока ничего не меняется. Как видите, одни и те же юниты. Но пожестче, пожестче они начали дамажить, конечно. Вот смотрите, я уже всех даже не добиваю минотавром. Или паладина гада. С одной стороны, знаете, однообразие, то есть ничего нового. Посмотрим, что будет на следующем этапе, если, конечно же, дойдем. Ну, смотрите, эти вдвоем нормально справляются, в принципе. Так, сейчас у нас будет подхил, и, может быть, печально смогут слить. Давай, юзайся. Отлично. Да, конечно, 17-й уже пожестче намного. Ну, конечно, скилл, блин, у бога грома реально шатает. Так. Итого, это что у нас было? 17-я волна, да, пройдена. Надо, кстати, улучшение ставить. Я все время забываю делать апгрейды.
Так, ну что, поехали, попробуем дальше добить. Если получится. 4 волны у нас осталось. 4 заходика, точнее. Но тут уже пожестче, 18-я волна. Ну, юниты все те же. Ничего нового. Надо, наверное, башенки поставить. Да, Минотаврика, конечно, моего больно шатает. Так, отлично, как раз заряд на эту волну. Где сколько их лезет. Так, отхил. Блин, бог грома. Ай-яй-яй, не туда ударил. Жестко. Четвертая волна, сейчас Минотавра ушатают. Печально. Я надеюсь, он хоть успеет ударить. Блин, отхила нет. Все, Минотавра слили. Да, тут, конечно, наверное, сложновато будет пойти. Ну, вся надежда на бога. Грома. Пятая волна. Изи. Булгрома тащит, ребят. Блин, эти колонцы бегают. Конечно, я не знаю, зачем тут столько времени, на эту волну. Нереально очень много времени. Надо будет выставить стены, надо будет выставить дяв. И все остальное. Ну, башня разгребает они очень быстро. Видите, тут скиллы действуют только в зоне. Получается, дальше они не действуют. Так, отлично, красавчики. Виктори. Девятнадцатое, ребята. Давайте пойдем, наверное, немножко улучшим наших героев. Ебой, ребятушки, Фрейка, вот она. Отлично, новый герой у нас. Посмотрим, что она может делать. Сейчас попробуем еще словить что-то интересное. Дупликейт. Понятно, все, короче. Ничего интересного. Такс. Поехали сюда. Вот она уже, наша Фрея. Вот как она выглядит. Так, давайте посмотрим ее скилл. Что ее скилл делает. Фрея. Атак сет. Рандомным героем. Неплохо, неплохо. Плюс один стак можно сделать пассивкой. Неплохо. Увеличение атаки.
Магический дамаг увеличивается, пассивка тоже. Так, отлично. Ну что, давайте ее апнем, посмотрим. Посмотрим, что она потом сможет сделать. Собрали 10 героев, дали нам плюшечки, отлично. Давайте попробуем. Так, это там они у нас выбегают. Попробуем туда башенки выставить. Такс. Вроде по атаке нормально получается, но смотрящие — это армейский лагерь. Блин, что-то не влазишь сюда. Деревья походу мешают. Попробуем такой вариант, поставить их сзади. Так должно быть повеселей. Так, хорошо, давайте вместо... Все такое фигня. Вместо паладина этого попробуем использовать Фрейю. Посмотрим, что она может. Может, действительно тащит. Так, дали нам плюшки. Отлично. А, я ее поставил еще в первый ряд. Блин. Что-то непонятный ее скилл. Надо будет его подкачать. Минотавра разобрали просто налегке. Фига себе. Не знаю, не знаю. Сложновато будет, наверное, 20-ю пройти таким темпом. Сейчас у нас Фрейю уберут. Тут хотя бы у нас еще гарнизон немножко помогает. Сейчас, наверное, посливают героев. Какая-то у нас четвертая волна получается. Смотрите, как бог грома за ними бегает. Красавчик.
можно пока подхилиться. Но пока с хилеров, кого я вижу, это друид самый топовый. У меня больше пока ничего нету. Надо будет полазить по героям, посмотреть их описание. Блин, рановато я скилл заюзал. Ну ничего, смотрите на бога грома. Просто тупо молотом шатает. Жесть. Ну чё, ребятушки, последняя волна на сегодня. 20-я. Поехали. Кстати, давайте позабираем плюхи. А мы уже позабирали отсюда с некоторых. Поехали сливаться. Блин, бог грома, конечно, удивляет реально. Так, ну тут получше уже. Вторая волна. Так, минус зарядился у нас. Друид зарядился. Бум. Отлично. А что будем делать на третьей, непонятно. Ну, блин, а нифига себе она дамажит. Прикольно, мне понравилось. Так, четвертая волна. У нас Минотавр, конечно, сейчас, наверное, сдохнет. Мы его немножко подхилим, но это нас не спасет. А может и спасет. Не, к сожалению, не спасло. Ладно, держим заряд на последний раунд. Пятый. Так, ждем героя. Вот так вот, просто налегке. На бой. Жесть. Так, как-то легче 20-я прошлась, чем предыдущие. Итого у нас открылась 21-я. Что здесь падает? Кто это у нас? Priestess какая-то. Flame Priestess Shard. Ну окей, новый скилл. Так, что у нас тут за плюхи? Отлично. Друидика можем апнуть. Поехали, апнем друида. Так, Фрея у нас 15-я. Мерлин. Отлично. Перевели его на следующую звезду. А, чуть-чуть не хватило, видите? Так, а что у нас по скиллу тут можно улучшить? Так, плюс 20%. Плюс 80% пассивка. Мы прокачать не можем. Так, давайте основной скилл будем улучшать. Тоже чуть-чуть нам не хватило. И по пассивке. Так, пассивку пока трогать не будем. Так, улучшим немножко Фрейю. Что-то мне она зашла. Плюс она дальнего боя герой. Дальники тут. Почете.
Так, что у нас тут можно улучшить? Пассивку. Ну, улучшили. Ну, десятка у него, конечно, он бомбически дамажит. Дамагер жесткий Тор. Ну, у нас уже 200к. Вот так вот, ребятушки. Апнули наконец-то 200к. Что-то мы забрали какой-то VIP. А, это типа можно забирать дополнительно. VIP. 20 друида. И 200к забрали. 88, зато потратили намного больше. Так, окей. Ну, что я могу сказать? Неплохо. Мне чем-то нравится игра. Не знаю пока чем. Так, что попробуем? Друидика улучшить. Все-таки надо его улучшать, так как он дает офигеннейший отхил. Плюс 87 левел. Вот где больше всего зарабатывается, вот именно в этих прокачках. Так, шестая звезда. Вот так вот, ребят. Пока вот так. 211к уже у нас. Нифига себе. Rising Star. День второй. Так, забрали. Вот смотрите, тоже плюхи за прогресс, который вы проходите. Тоже это ежедневные плюхи. И довольно-таки, кстати, неплохие плюхи. Посмотрите, сколько разных плюх. Так, кое-что у нас еще не сделано за сегодня. Это будет завтра. Так, надо будет заапгрейдить академию до следующего уровня. Апгрейд, а не труп. Так, юнитов надо будет заапгрейдить до третьего уровня, тоже 362. Но это надо будет на фарм кидать. Ну и строители, видите, строители от випов тоже. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.